получается. Мы сдавали одну массакру перед третьей. Надо было еще выйти и дать массакру. Но уже решили вывод, что мы падаем, потому что 2 кило упало. Встаньте уже в другую, которую заходим заранее. Давайте, я даю Арчина бах. Чтобы за 8 секунд забежать, пора. Давайте, дойду банку. Поехали, ребят. Припота не забавно, на секунду не нажимаем. ДПС она валом, просто выживите. Почему он каждый раз на кого-то бежит? Поехали читать. Так, сейчас первый появляется. Это, наверное, лок обойдет стороной, они там нажмут эти заслоны. А когда локи заслоны жмите, не нажимать, не забывайте про это. Окей, 13% нет. Осторожно, в мили разбиваем. Сейчас разобьем. Кара. Кто улетел? На центре разбиваем. А сейчас в миле, сейчас в миле заклеивает звезду. Давай сокру. Она сейчас взорвется. Она сейчас взорвется. До кара, до кара. Отошли. Прохильте, помогите, закройте дыра. Ебать. Последнюю доту. Там звезды положили. Ну, да. Здесь. Там созвездие положили. А может бэрнем и двоих? Ну типа на рога похуй быть. Нас сейчас сурово будет. Ну да, давай сурово подренем, нормально, мы прохилим. У меня полетел нахуй, пока больше. Какую разбиваем? Какую разбиваем быстрее? Я уже просто бью. Вот, где звездочка сурово, заходите в этот сейчас портал. Где печенька? Сурово, зашли. Портал зашел, конечно. Хоть долбоёб. О, все выжили, хорошо. У нас сейчас сфера разобьется и под кару. Ну все, можно подать. Да, да, да. Тут сакру нужно 100% подавать. Да, да. Я про видео, как одна вышла, прям суп подала на лову хп шот. Ну потому что вы там в миле наклеивали звезды, блядь, и начали хуярить просто по КД нахуй. Сейчас, сейчас, стоп, тихий опыт. Кару зашли быстрее. Не может быть, я делаю то, что должен жизнь. Смерти, Лодомир. А он массакру сдавал? Да. А щиток на себя кидал, нахуй, этот бабл, блядь? Не-не-не-не-не, он массакру не нажимал. Они смерть. Убило его созвездие. Я видел, как оно вышло сверху и прям сразу дало ему. Да, 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 это видно. Типа два плевка в суф и один плевок, видимо, у Владимира. Может, мы будем сдавать на хилов СС, ну, чтобы они, блядь, до первого хотя бы сурового не умирали. Если он... На третьей дырке, когда третью взрываем, нужно 50 на тебя нажать, короче. Дубовую и 50 нажать надо. Потому что под первый созвездие ты отдаешь 50. Под вторые ты бабл нажимаешь. Бабл отдаешь после, как мы выйдем с дырки, отдаешь бабл сакру. Потому что там будет суровый, плюс вот эти хуи выходят. Давайте, сдайте ССы. Давай двух по суфу сдашь. Малак по Ладомиру, Квазиверу. Давай по суфу даю. По Даше даю, Тириаке дашь. По Ейфорине, я смотрю, по мне дашь. Просто в хилы, чтобы у нас за первого выжили, ебать. Потому что кто гибет, только хилов, ебать. Все остальное зависит от вас. И три танка, ну, два танка и один ДДшник должны забирать на себя созвездие обязательно, потому что они очень ебашат по хилам, по 8000. Там не детский дэмэдж. Ну, пусть хотя бы попробуют мораль, только вышло созвездие, грипни ее или ставьте хотя бы одно. Ее нужно прям... Их нужно прям сходу забрать,
чтобы они не ебанули хилов. А дальше Егор разберется, что с ними делать. Ты берешь просто грипаешь. И все, типа за либо с рядом с дыркой, либо за дыркой грипаешь. И все, твое созвездие закроется. Все остальные Егор закроет. Все нашли. Все зашли? Давайте доверчим. Все готово. Поехали, ребят. Давайте. Пролезть. Японское очень, блядь, неприятно, честно говоря. Чат просто летит нахуй, я не вижу, когда сакра даются. Так, сейчас появляется звезды. Разбиваем. Разбили. Ближайшую, дальнюю? Да, ты сейчас ждал? Да, был. Пробафайте. Ломаем. Сакро. Я там, например, неполовый. Его созвездие заплевали, плюс разбили. Давайте, зайдите в дыры. Там уже, по-моему, был Замир и Бернард. Если Бернард, вставай. Не-не-не. Бесит, если вы сказали, что вы Бернард. Пейте. Куда? Ян, зачем вы БР сдаете? Не знаю, кто там сдал БР, мне даже не пишут. Кто дракон сдал БР? Зачем вы сдаете БР? Тут очевидно, что падаем. Падайте и самое, мы у вас БР, у вас ресом не вставайте. Я специально зашел. А что ты делаешь? Ты сдох. Ты сдох, Владимир сдох. Типа, а зачем? Мы не всех не поднимем. Тратить БР этого бред, нужно выживать. Почему у меня в детали перестал работать? Я что-то не выплеваю. Не встаешь, не вставайте, резайте. Мас рез. Все встали нахуй. Вовремя нахуй сказал. Ты раньше не думал об этом? Во время босса сказали не вставать еще. Да конечно, блядь. Зачем вы слушаете, я не знаю, на жопы. Владимир 50 не отдал. Это обидно. А там палка, что ебашит нормально так. Да и нахуй сами уже не помнят, что говорят просто, блядь. Куда вы пьют? Вы можете скрафтить хуйню на хп крабика. Я говорил. КП у нас есть. Что там надо? Там шары. Шары нужны. Титан нужен. Зачем вы туда бежите? Мы и на кругу можем покушать. Типа Ладомиру нужно 100% занять на хп, а они агрятся. Просто агрятся. Типа ничего не поделать. Да, пусть кидает на себя частицу и все нахуй. И дайте ему хуйню на хп. Вот это 50 саппорта ему не поможет. А там какая-то рене нужна вообще? Крабик. Миш, кидай на себя частицу в пизду. Королевская игра? Блин, там хоста 5 секунд, блядь, 30% бег, хуйня ебаная. Все равно, блядь, а что краб вообще бесполезный? С уклоном, блядь, зачем он даст? А мы можем. А да, они одинаковые. Да, поставьте КБ, я сделаю. Там у нас, по-моему, есть серия. Там она персональная при получении. Владимир сам должен крафтить. Есть реги, дай ему. Два сокета, дай ему. Поставьте КБ. На ХП? Давайте только быстрее, у нас время тикает. Делай эту хуйню, я ему на ХП сокеты ебану. На ХП же ебану? Да, на ХП и дайте ему на ХП фласку. Да, у нас алых рубинов. Есть да, у кого алые рубины? Есть у кого? Две штуки. Дал уже, все. Ему только это нихуя не поможет, ему больше поможет. Дайте хилам хп на фласку, квинмуну хп на фласку, суфу хп на фласку. А что, ты думаешь, она прокетит сейчас собрать?
Конечно, блядь. Тебя убивает что? Тебя убивает 15 тысяч демеджа или 16 тысяч демеджа, или просто тебя плюют? Не-не, 5% забей. Он не сопротит вот эти плевки, которые вас силы ебашат. Ой, я тебе все дал. Розай там, Суфу, Квинмону и Валерий. Пусть себе тоже. А 1300 хп. 1300 хп, типа, есть шанс, что тебя не заклюют созвездия, просто успеешь, типа, прохилиться. Потому что скрёт не сопротит вот эти плевки от созвездий. 1300 хп плюс стринка. Плюс еще косарь, типа, вот этот тринка косарь еще дает. Ну, блядь, ему тринку слабать долго, у него там два ока дракона стоит стринки, блядь. Не-не-не, он первую тринку заменит, типа, не вторую. Вторая ему хп дает. А, подожди, а вот ты сделал уже ладомер? Ему, кажется, наковальня нужна, нет? А, не-не, это же ювелирка. Миш, ты не сделал этот хуйню? Или тебе регов не надо? Да делает что-то, блядь. А угол у тебя арабс есть? Нет, регов пишет. Заебись, кто сказал, что вы ему реги дадите, ебать? Я спросил, алый рубин есть у кого, нет? Арамс есть? Вот, дай два алых рубина рогу. Быстрее давай. Все. Вот я дал, блин. Это жалко, что у тебя арамса нет. Да, 7 хилан, но больше всего хпало хотя бы. Зайца дайте ему, чтобы он сделал. Сейчас, я не осень. Просто фурики, в армсе есть прикольная хуйня. Под названием хп больше дает. Блять, а у нас же были... А, вот они. Там в списке. Иди сюда, за меня быстрее. Типа, можно и фурики ее, конечно, сделать. Делай. Сейчас я еще с сакетой все сделаю. Быстрее пока его крафти. Зайцы делал. Блять. Суф, как у тебя нету ювелирки? У кого есть на 30 стама юва? А, ты сделаешь камни? Да, столка сделаю. Ну чё, блять, сделал он? Нет, чё нахуй, Миша, блядь. Мы раздали вроде. А, хп выпей, Валера. Все, сделал. Ну. Давайте арче. Давайте пацаны. Винмуну дали, все нормально. Много времени потратили. Виси на мне. Вот сколько у него стало? Давайте, ДБМ пул даю. Миша 26. Тупо сова заяц. Я и не, тебе не надо. Это хилан специально дается, чтобы их созвездия не ебали в рот, нахуй. Но все равно ебать будут. Что там с частицей, нахуй? Что там с частицей? Ты посмотри уроги токи ДПС, нахуй. Ну, погоди, сейчас догоню его. Да, гоню его. Через мой труп, нахуй. Полетели. Взрываем. Давай. Осмодей, чё мы не жмём? Мили, осторожно, мили, отошли в мили. Разбили. Сокрус, давай, Егор. Берегитесь. Разбили. Мы садил нахуй. А. Блин, подлетели, да? Последний разбиваем. Отошли, разбиваем. Подходим. Не, Женька не поднимется, подлейте. Не. Отошли. Сейчас ебем, да? Очень жестко. Вот.
ебем. Разбиваем. И сейчас суровый будет. Вот кружка. Можете в любой заходить. Раз, два, три, дошли. Заходим. Прохильте. Вышли. Сокрыл Ламир. Да, у нас минута хила бежат. Да. Я делаю то, что должен. Не знаю. У меня не работает деталис почему-то, просто не работает. Бля, в портал, бля, зайти не можем уже. Пиздец. Читай чат, понял, слышишь? Сейчас понял? Читай чат. Так, то есть, если тебя убили крипы, значит, ты зашел рано. Куда ты заходишь? За 2 секунды зашел, никто тебя не убьет. Они бьют тычкой, ты жмешь миссы, тоже спасает. Жмешь кого спасает. Плюс я слышал, можно зайти за 2 секунды, нахуй, они даже до тебя дойти не успеют. Малак и Асмодей, нажимаете себе за слово. А Рестор можно типа поставить, типа корни, чтобы по всем дались или нет? Рестор, шаман нет. То или мы заставим, да. Маги могут, да. Да, заходи первый, Лошень. Секунду, за 3, за 4 заходи, мать. За 4 лучше, давай все, мать. Сейчас дам кому. Все равно по хилам какие-то разъебули идут, конечно, по урону. Не удал, пока дыль летает. Скачай нахуй ДБМ, я не знаю. Тут ДБМ не нужен, просто стоишь, смотришь под ноги. Я стреляю, давайте ДБМ пол 5. Приподождите. Зрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших. Так, звезды появились? Уебать быстро надо. Уебали. Берегитесь. Пошли. Уебали. Сейчас созвездия еще будут ловить. Берегитесь. Кар. Уйди, сова. Уйди, сова. Разбиваем мили. Летели мили, да? Отошли. Летел кто-то опять.
я зашел. Да, 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 да. Где, 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 где она? Она не зеркнула. А, не зеркнется, нормально. Разбиваем, пошла сова. Сова отошла. Пошли за печеньком. Зашли. Два, зашли. Приморозил. Вы что, летаете, что ли? Так, Квин убил созвездие. Не надо ничего говорить на нее. У нее три плюхи по 8 тысяч залетели. Я делаю то, что должен. Не может быть. Квин, а, тычка, тычка, тычка и еще и кора. На нахуй, блядь. 8, долго, просто 8 секунд. А, перестой. Сколько? А, 3 секунды. Не видно. Кто? А, это какой ГГВП это, блядь, палёные, блядь? Это они одно и то же вообще-то изначально были с Альянса ГГВП, потом нахуй они ушли в Орду, часть. Это одна и та же гильдия, по сути, нахуй. Вроде, если что, анонсов, ну... Какие анонсы? Ну посмотри, открой глаза. Просто открой глаза, под тобой бегают звезды. Кравмели? И что? Ты типа... Кравмели почти что всегда будет, потому что... Мили... Да, Кравмели будет просто по КД. Тут три кары, не как в десятке одна. Не, просто не понимаю, Рок, тут почему что? Тут куча миликов. Почему все выживают, ты умираешь? Ну в чем проблема? Бля, я недалекий, я не дох. Когда ты умираешь? Да, типа, бля, каждый трай, нахуй. То в срову не зайдешь, ебать, то еще подлетишь, нахуй, то что-то еще, блин. Ты чаще умер на каре, чем мы все вместе взяты с гильдой. Все, закрыли тему. Пройдем драй дальше. Идем трать дальше. Кто теряет выстрел, добежали? Шутя нет. Ну, 26 под бафом. Так у нее нету, дрегов нету больше. Чё купить? Давай я скажу чё. Чё купить? А куда ты? Какие все пизду? Пизду? Да так времени нахуй нет, ебать. Будем молиться, что танки нахуй нас, блять, раздупляться или забирать сразу же. Серьяки ФК. Просто лучше нахуй, бать. Просто, блядь. Ну, вы же серьяки ФК. Что он ФК? Алых рубинов там дохуя. Не писал, чего? Ничего не писал. Просто шоу ФК, ебать. А то, что у нас, блядь, час трайф осталось, ебать, вообще похуй чел. Не, у тебя уйдут люди через час, поэтому не рассчитывай. Остался, типа, 13 минут и час останется. Я тоже до 16, потому что этот... Там тут вообще... Тут играют тяжело, только хилы. Для ДД вообще оправдания нету. Типа, блядь, я не понимаю, как что тут можно не сделать за ДД, нахуй. Пиздец, вот все просто. Или... Тут потеют только ебать хилы. Единственное, кого можно простить. Я знаю, что такое хилить, еще в хилбот смотреть. Это все, блядь, за хила тяжелее. Так, ребят, ладно, понятно все. Сколько крабов надо сделать? Один-два, мб. Два, давай, у меня реги на два краба, нахуй. Я лечу...
Сделал суф и к нему ноги. Мы с Валерой делать выбираем, никому не буду, потому что он персональным становится при... А, нет? Ну... Да, реги сам крафтится. И сокеты купи 4 там. У меня на 3 штуки есть как бы реги. Мне не надо сокетов покупать. Поставьте ГБ, я сниму, мы сокеты сделаем сейчас. И ставьте сразу. Ставь ГБ, я сокеты... Ну, делай сокеты давай сразу. Суфа нету ювелирки, я не знаю, суф как ты... А, у суфа нету ювы, ебать. Ну, все равно давайте 2 тогда еще, Валерия. Ебать, суф слабый, нахуй, оказывается. Все равно на 3 зайца реги давай, да? Не, я не буду, наверное, делать. Я не умираю, и плюс у меня... Я потеряю дохуя мани. Я кидаю щитки, они не такой агро-набор дают, как хил. Да, на одну дело, но... У нас топазы очень... есть в гильдии? Нам да. Топазы не нужны, нам малые рубины нужны. Нахуя? Мы только зайцев делаем и все, нам не нужны краба. А, зайцев? Давай, ты поставишь. А почему? Тихо. Так, у меня сияние осени есть. Сколько там, блядь, где нахуй найду сейчас? Да есть ГБ сияние осени. Сколько рубинов в ГБ будет? Просто купи, блядь, 2 рубина и все. У нас все остальное есть. 2 рубина купить? Да, пожалуйста. Ебать, ты что, блядь, Дима? 2 рубина. Один у меня есть, один купить. Все, лети сюда. Да вы хуйней занимаетесь, ебать. Вы просто, если б надо, нахуй, сами бы уже тэпнули, сами бы все замутили. Ну раз ты тэпнулся, полетел уже. Походу нахуй никому ничего не надо, блядь. А то, блядь, сидите языком, тупо пиздите, нахуй, блядь, вот. А хули толку от вашего пиздежа-то, блядь? Может, пойму-то... Пошел нахуй и сделал сразу, блядь. Я смотрел лично, есть ли у меня на это реги или нет, блядь. Вот что было, то нахуй принес. Не получилось. Крафти зайца и сакить его. Ну, потому что не только я, типа, их завожу, и в этот момент кто-то просто перетандивает. Но лучше пусть перетаунут из тебя, просто чтобы, когда они спускаются, их забрать, чтобы они не стреляли по хилам. Ну, Андрюх, ну, я это самое тоже забираю. Ты именно не веди, ты именно грипни. Типа, тебе грип по факту не нужен. Вот одну просто грипни куда-нибудь и закроешь ее. Иди бей босса дальше, и все. И затаунти, вот когда она спускается, нужно затаунтить. Даже давай. Все, давайте. Стою РЧ. Тихо. Бахнули терьяки? Владимир, нажимай 50, когда вот эти мобы спускаются. Это третья сфера. Все. Стоп, не пиздёшь. Черкорство. Так сейчас появится. Так, я просчитывал, может. Это шли. Разбиваем. Кара мили. Разбиваем. Давай. Разбиваем. Разбили. Сокро. Я умру сейчас.
Закрываем. Разбиваем, разбиваем, что разбили. Вообще верно. Давай, давай. Давай. Шикарно. Вижу, вижу, вижу. Бью. На нахуй. Стабильненько. Разбили. Разбили. Вот, я тогда возле печеньки. Там два этих есть портала. Три, два, один, зашли. Зашли. Ебать, да ну нахуй. Берегитесь. Кара. Закройте, Кара. Сокру, Владимир, сокру. Это я не могу выйти, а вот. Разберу. А не понял, мы зашли нахуй, эта сама хуйня закрылась или что, нас не выпустило, короче. Разбиваем. Ну, обратно залетели, значит. В смысле, да, нас просто съели там и все, ну я как-то вылез, но... а этих все положили. Потому что по кругу, когда заходишь в круг, надо тупо дальше бежать, нахуй. Разбиваем. Не надо в него стоять, надо из него выбежать. Потому что когда срабатывает суровый удар, нахуй, вас автоматом выкидывает, нахуй, из портала. А если вы стоите на этом кругу, то вас обратно закидывают. То есть вы как забежали, вы бегите нахуй дальше, не стойте вы на этой хуйне, блядь, чёрный. Во-первых, вообще массакр убило. Ещё Мишу без бабушки ножа? Кулдаун, ну-ка. Он не нажимал 50-50. Короче, хотя бы пережили, блять, это нахуй. Во-первых, сурово пережили, все здесь. Фласки себе репейте. Да, смерть плюс пуф, его взрыв плюс обстрел. А второй раз сдох, он от черной. А, он в дыре сдох. А, он зашел, разбили нахуй сферу, а он стоял за ней. Нет. Он зашел, его съела дота в черной дыре. В черной дыре тоже бьет дотки. Типа, он в черную дыру зашел, его просто не прокили. Блять, вы зашли, вас перекинуло, сразу же с нее выбежали, где она стояла. Примерно прикиньте, нахуй, как она выглядит. Бегите просто прямо нахуй. Да, бегите нахуй прямо, ебать, ребята. Потому что когда сработает суровый, вас автоматом выкинет нахуй оттуда. Блять, уже три ставки будете... на этом боссе. Че, еще не знаете, что ли, нахуй, что нельзя стоять там, где вы зашли? Давайте разводим тройнём. Да, правильно, хули долбоёбов слышишь. Я сейчас лопну, бля, просто. Но. У нас один гер здесь. Минуту отошёл. Меня такое быть может, кстати. Сука, прикинь, да, блядь. Все остальные сидят. Мы дотравим у Алгалона, ибо сколько у нас времени есть, и тогда уже всё, типа. Расходимся. Либо убиваем, либо всё совсем. У кого сопротов нету, ко мне, блин, кидались. ДД фласки пить. Ну или ДД фласки. Пизду пейте ДД фласки, ебашьте. Я просто смотрю, у Лока сопроты выпиты, но ебать, зачем? Я сказал, он писал. Типа, у вас заслон раз в 30 секунд, у вас есть сосалка на хп. И у вас есть связка душ минус дэмэдж 20. Петя собрал двоится про ДД фласки против умирает. Алфики сами хилятся, типа там, блядь, 100% ДД фласка. Где Валерка? Именно, блядь, по суфу, Балдамир и Квинмон, по троим. Они больше всего агар генерируют. Давайте, я даю Владимиру, дай Малак, Квинмуну дайте Риаки, я дам Суфо,
Кто у нас, блядь, еще нахуй как мразь просто? Я не знаю, кому тут можно еще сдать. Ну, ладно. Пусть нечаянно. Дай нечаянно Квилозивер и Тириаки дай Куку Дракона. Что я проебал вспышку, а кому я даю? Тесмоды, да? Ну, кому я даю? Ты даешь нечаянно, видимо. Нечаянно. Давайте ДБМПУ, вообще знаю. Ласки перепейте, у кого меньше 6. Ласки с ПДшки. Давайте, один срок мы переживаем уже. Уже хотя бы что-то радует. Повезло просто. Вы все зашли? Так, сейчас сфера появляется. Не идем, короче, прыгаем. Разбиваем. Называем заслон. Я, блядь, хилов не про кара. Ему Квина прохилится. Идем второй. Отошел. Кто тут? Смодей. Смодей отошел. Разбили. Ёб. Кара 5 секунд, мы успеем. Разбили. Кара. Сокрыл Телдрин. Хорошо. Вот этот разорвется, в него заходи бы я. Тут закрывается. Вот стою возле звездочки, мне будет заходить просто печать. Хиливай. Закройте последнюю. Это лицо. Сейчас кара будет. Кару, готовьтесь. Какую, давай. Сейчас вижу. Помогаю. Заслоны нажали. И идем суровый. Сейчас будет, прохиливаемся. 5, 4, 3. Зашли. И вышли, блядь. Давай. Кара. Владимир, сокро. Разорвался. Разбиваем. Яки-то где? Другую? Блядь. Не-не-не, давай это добьем. Давай сокро оставим. Ебать, как две разбили, плюс под кару нахуй. Не, вторая уже догорела. Надо было вот это бить, а у нее лоу хп было. Типа чем вот этой. Не ликлила, блядь, ебало. Какой БР раздай, блядь. Полетел нет. Давай, еще лучше. Еще лучше сыграем, все будет заебись. А сейчас, если бы две не разбили бы, то мы бы прохилили бы это все и закрыли бы еще три созвездия. Да ты... На скольки переводится? 20. А вы босса не водите? Может, просто босса водите созвездия? Поставить РДД в одно место. Постарайтесь минимально клевать по звездам. Нет. Это хуйня полная. Мы знаем, Норзы Монголики, которые били, бегая все в одной точке, они так и не убили. Вот, 60 минут ровный таймер. Как так получилось, что две звезды взорвались, например, у вас там еще дискоммуникация была? Да. Она пролетела через мелизон, ее поклевали, и Славик захотел ее... Он ее обдотал. А я другую бил с пуком. И получилось, что мы одну договорились добить, но вторая лопнула вместе с карой, и там пизда была. Короче, ваш косяк. Давай по часовой бить, просто. Ну. Соседние бить, типа, по часовой. Вот одну разбили и полетели соседние. Мы должны полюбаться развивать те, которые в мире летают, потому что в мире их рано или поздно заклеивают.
И просто, типа, вы когда свечитесь в мирозоне, вы, а, через... вы сразу им аносите, чтобы они все съебались оттуда, и питанку рево. А что, так же... можно делать? Так, парни, я пойду за вафелькой, сейчас приду. За вафелькой, как это мило было! Чувак тупо за вафелькой пошел, блядь. Да. Согласен, можешь не продолжать. Сейчас столовка, планы изменились, я колбаску взял. Ебать, это тут жестко нахуй. Есть такой чек на фласке? Давайте. Так, это я поставил. Анархист пьет фласку, Женек. Чекок. Женек, расходные материалы ему можно. А Уго, ты кричишь на хп, нет? Да-да-да, как и выходим, кричу. Пока ты кричи. Да, кричу. Когда я кричишь, типа. Любой сдох стал крик. Откуда у меня фласка, тебе надо ДДшну бить? Хотя она на Клистопорот пизду. Клистопорот лучше. Женьку саппорт не поможет. В этой жизни еще будет... Давайте, дай мне банку. А на хи свинёк выпили фласк. Давайте, соберитесь. Уже лучше с ним. Уже лучше с первых троих. Даже для величайших. На мехово же не берешь, любил. Ни разу они не убили его? А, сейчас получается всего две игры закрывают, да, уголовно? Да. Энза тоже не убили. Энза тоже не убили, да. Разбиваем. Нажимаем здесь спон. Шликара. На, нахуй, прям в лужу, на. Какую бьем? Вот эту давай. А Уго улетел, хорош, нахуй. Чё, шо, не прожимается, да? Друг, я пытался убежать. И сел на... Там другая лошадь. Упали. Там он плюнул еще полетел. Давайте, заходите в кару. Куда вы, блядь, не убегаете? Ну в смысле, блядь, по тактике, шо, блядь? Шо, ты шо, нахуй? Ты шо, блядь? Не-не-не, Уго не на каре. Короче, блядь, там кара когда началась, сзади лужа, блядь, сзади меня была. Она лопнула, блядь. И я зашел в нее, когда хотел от кары съебаться. Ну, ты смотри за хп, у тебя же есть стоять. Да, ты же смотри. То же самое, тоже убежал. Да, то же самое. Да. Дай колбаску. Не, не дам, не возьмёшь, сука, я кусочек отрезал. Сами побежали. Слава, от тебя так это странно звучало, нахуй, про дыру, блядь, это пиздец. Вафельку. Вафелька, кстати, пиздата, она пиздец вкусная, нахуй. Ну да, да. С колбаской. Если что, в четверг идем олду, и мы идем сразу уголовно бить. И похуй вообще ебать, чтобы нам против. Если состав нормальный будет. Ты в четверг будешь штаб? Хочу домой. Держи заложника тупо квази. Отпустите меня. Мы всего час строим, давайте. Поэтому долго кровикать. 56 минут. Ну, таймер же включился. Но некоторые говорят,